Каталония – один из самых интересных мировых туристических центров. Но и до этой колыбели испанской традиционной культуры доехали современные технологии. Область на один день превратилась в испытательный полигон для новой строительной техники Renault Trax. Французы решили провести ежегодную презентацию Construction Days на весьма необычной площадке. Извилистые дороги в карьерах неподалеку от Барселоны стали настоящим автодромом. Там каждый желающий мог сесть за руль и провести экзотический тест-драйв. Вот уже третий год мы делаем такие мероприятия, как Construction Days. Приезжают клиенты из более чем 100 стран. Это Европа, и Азия, и Африка, и Америка. В прошлом году в июне Construction Days были организованы и в Москве. Концептуальных новинок в этом году представлено не было. В Renault Trax решили пойти другим путем – совершенствовать уже имеющиеся модели. Инвестиции в модернизацию уже были включены в разработку основных моделей. Дополнительные средства пришлось вложить лишь в испытания новинок. Среди них, например, строительная техника Premium Lander OptiTrack и Renault Kerax. Последняя сошла с конвейера в 1997 году, а в 2006 была полностью обновлена. Она является одной из самых популярных в своем классе. Ее успели опробовать в самых экстремальных условиях. Например, грузовики Kerax используют на лесозаготовках на острове Борнео и для добычи полезных ископаемых на высоте 4500 метров в Андах. В этом году семейство этой модели пополнилось еще двумя новыми модификациями. Например, Kerax Extreme с колесной формулой 8x4. Предыдущая версия 6x4 хорошо продается по всему миру. Если раньше Renault Trax реализовывала около 600 машин в год, то сейчас продажи выросли до 1500. Этот продукт востребован в основном на рудниках и карьерах. Новая машина обладает целым рядом преимуществ. В ней установлены усиленные шасси и параболическая задняя подвеска. Имеется система охлаждения КПП и чугунный корпус двигателя. В Барселоне представили еще одну интересную новинку – Kerax с колесной формулой 8x8. Это значит, что все 8 ведущих колес размещаются на нескольких осях. Если предыдущая версия могла перевозить 41 тонну, то новый грузовик осилит уже 50 тонн груза. Именно модель Kerax с колесной формулой 8x8 предназначена для работы на нефтяных шельфах в труднодоступных местах, где прокладываются трубопроводы. За основу взята модель Kerax Extreme, но здесь усилена рама, и поэтому машина приспособлена для работы в труднодоступных местах. Несмотря на мощность, новые модели грузовиков соответствуют экологическому стандарту Евро-5. Это обязательное правило для всех новых грузовых автомобилей, продаваемых в Евросоюзе с октября 2008 года. Эти грузовики предназначены для европейских потребителей, а Россия пока лишь в перспективе. Однако инженеры уже обещают адаптировать ее к суровым российским условиям. Новый Kerax будут производить во французском городе Брук-ан-Бресс, а прежние модели продолжат выпускать на других заводах, в том числе и на предприятии в российской Калуге. Сейчас на заводе в Калуге мы производим Kerax Extreme с формулой колес 6x4, но пока других моделей там собирать не планируем. Отечественную продукцию покупают в основном российские компании, занимающиеся дорожным строительством. Когда на нашем рынке появятся новые грузовики, Renault Trax планирует наладить сотрудничество с добывающими и нефтяными компаниями. Благо, потенциальных покупателей подобной техники в России более чем достаточно. Татьяна Голованова, Артур Кайтуков, Эксперт ТВ.